Ученые провели исследование и заявили об открытии самого простого способа повысить интеллект. Специалисты исследовательской лаборатории при Университете Восточного Лондона отметили, что регулярное употребление воды повышает продуктивность работы головного мозга на 15%. Группа добровольцев из 34 человек обоего пола дважды проходила тест на интеллект. В первый раз они решали задачи после цельнозернового завтрака, а второй после того же блюда, но с прибавлением к нему бутылки воды. Так вот, именно во втором случае показатели умственной активности резко возрастали. По мнению специалистов, употребление воды приблизительно за 25 минут до еды в количестве 1-2 стаканов способствует обновлению головного мозга. Что еще могут нам предложить ученые для улучшения нашей мозговой деятельности? А предлагают они нам побольше писать. Потому что написание текстов, особенно от руки, улучшает работу головного мозга. Прокачивает интеллект и память, способствует решению проблем и возникновению новых идей. Давайте разберемся, как именно письмо улучшает нашу память. Когда мы что-либо записываем, активируется группа клеток височной доли, известная как ретикулярная активирующая система. В результате концентрация мозга на той информации, которую мы записываем, увеличивается. Помните, как учителя советовали нам писать шпаргалки? Кто писал, знает, что на экзамене они уже были не нужны, потому что вся информация была в голове. Ученые рекомендуют вести дневник, так как это улучшает наше здоровье. Мы знаем, что ведение дневника помогает быстрее справиться с неприятными событиями, пережить огорчение и стресс, но на самом деле преимущество ведения дневника гораздо значительнее. Исследователи Техасского университета выяснили, что ведение дневника способствует усилению выработки Т-лимфоцитов. Это иммунные клетки, которые помогают организму бороться с инфекциями. Существуют также научные доказательства того, что ведение дневника развивает левое полушарие головного мозга. А когда левое полушарие занято работой, активизируется правое и создает нечто креативное и фантастическое. Написание текстов увеличивает ясность ума гораздо больше, чем словесное общение. Написание текста на какую-либо тему требует более четкого понимания, чем разговоры о ней. Прежде чем что-то написать, нам нужно поразмышлять, упорядочить мысли, подобрать слова и только потом превратить тщательно переработанную информацию в текст. Именно в процессе написания мы замечаем, что нам не хватает слов, и это заставляет нас их искать. А это способствует пополнению словарного запаса. Физическое написание, то есть письмо ручкой на бумаге, задействует наш мозг тремя разными способами. Мы используем мелкую моторику, чтобы взять ручку и писать. Наш мозг работает, распознавая линии и формы, создающие каждую букву, и мы осознаем каждое слово, сформулированное в уме. Так что имеет смысл отодвинуть клавиатуру и писать тексты от руки, ручкой, как в старые добрые времена. Пить воду перед едой и умнеть с каждым стаканом.